Ситуация безвредная. Смотрите, 1886 года домик. Сохранился обычный жилой доходный дом. И вот здесь сегодня тоже документальное кино, да? Снимать об Одессе, правильно. Значит, здесь проживает на сегодняшний момент, это большущая редкость. Ну, осталось 4 семьи, которые здесь живут, вот с того самого времени, из поколения в поколение дом живет. Люди отсюда не уезжают, 4 семьи уже живут, не уезжают. Раньше было 8 таких семей, сегодня осталось 4 семьи. Вот. И все здесь, кто живут, все очень дружны друг с другом. Это вот именно то, что называется хозяева своего двора. И то, что вы сейчас здесь видите, если сейчас повезет, и дочь быстро закончится, мы посмотрим весь двор. Все, что они здесь делают, это не для туристов, а именно для себя. Здесь много детей. И вот когда свободное время есть у детей, то они привлекают их. Вот с правой стороны здесь живет женщина, она занимается ландшафтным дизайном. Все вот это вот земля, цветы, тут суккулентные растения. В пеньках растут, это все ребенок делает. Они привлекают детей к какому-то творчеству. И это очень правильно. Но так получилось, и это неизбежно, что сюда начали заходить туристы. Этот двор входит в основной маршрут у всех. Ну вот, и сюда вот очень часто приходят люди. Здесь, обратите внимание, обращаем внимание. Вот, обращаем титры, пошли титры. На нужды двора. В этот ящичек каждый кидает столько, сколько он может денежек. Эти люди это придумали первыми. Сейчас уже, я знаю, там и на Калантаевской, в том же дворе, где снимали ликвидацию, там тоже такой сделали ящичек. И это правильно, но эти были самыми первыми. Так вот, когда за сезон они собирают эти деньги, они не пропивают, не деребанят друг с другом. Они, вот тут недавно, ну как, где-то года два назад, у них провалился с левой стороны дырка большая. Они, знаете, деньги заказали бригаду рабочих, купили цемента несколько мешков, вот это все зацементировали. А захожу сюда как-то год назад еще было. А бабушка Надя здесь, она типа как управдома. Старенькая такая женщина, маленькая, вот такая смешная. Подбегаю, о, Женечка, здравствуйте, мы наконец-то купили шланг. Я сначала не понял, какой шланг. А я говорю, ну вот такой, знаешь, когда туда он такой маленький, а потом туда как воды бабахнешь, и он такой в 3 раза длиннее, кишка такая. И мы теперь можем дотянуться везде полить. Знаете, когда вода закачивается, он длинный становится. Они мечтали о нем. Мы собирали денег, купили. И прочее, вот это вот все, они вот с этого делают. Молодцы, люди, и вот как бы приятно заходить. Есть дворы, в которые не очень приятно заходить. Есть такие какие-то совершенно непонятные граждане. Где? Ну, сами. Ну, это не рисунки, это из какого-то журнала. Видите, это какие-то... А эти рисунки, это дети рисуют здесь, которые живут. Они разного возраста, как-то так. Что-то свое. Ну, в любом случае, как-то приятно, что оно течет еще. Нет. Старенький дом, это еще первая половина 19 века. Посмотрите, какие малюсенькие окошечки. Вот, это тут скворечник, там колонка до сих пор рабочая. Но тут надо пройтись посмотреть. Здравствуйте. Здравствуйте, у нас студенты. У нас студенты. Как бы пищевая академия? Пищевая академия. Вот, решили посмотреть. Это хорошая. Это будет ками. Это хорошо, да. Посмотрите на пол, посмотрите на пол. Неожиданно видите, как дождик поймал. И мы в самом красивом дворе его переждаем. Посмотрите с правой стороны, как здесь сделали это. Камешками выложили, ракушками выложили. Да, нормально. Там, посмотрите, на втором этаже, как этими, как зеркалами себе люди выложили. Видите, солнце, когда туда уже на вторую половину дня, когда переходит, оно здесь так отражается очень красиво, если попасть. Вот они, классические галереи, вот эти вот самые настоящие одесские. Все вот здесь вот все пышет и веет настоящим одесским колоритом. Эти наши классические палки, веревки. Все эти балкончики, этот дворик вот здесь вот, когда оно вот так все зарастает летом, сейчас вот видите, уже почти они сейчас немножко почистили это все, вечером кино, вино и домино, взрослые играют, а днем детки играют. Вот те вот, я вам рассказывал, вон там пеньки, вот видите, в этих пеньках суккуленты,
растут. Там наверху прямо выход на море. Если вы видите, весла стоят, и выход на пляж. Да. Кто-то шишками себе сделал. И обратите же внимание, я же подчеркиваю. Все это вот именно сделано с душой. И вот там каждый как сам может. Чисто, аккуратно и хоть как-то немножечко украсить. Вот если бы все так делали, представьте, какая была бы красота. Картина мастер. Да? Оазис, мы же говорили, оазис. Оазис, да. Да? Как бабушка Надя поживает? Давно не видел ее. Да? Плохо. Плохо. Ну, если сможете, передавайте ей огромный привет. Вот, мы к вам обязательно еще быстро зайдем. Вот, ну что, вроде как зайди сюда, как и поднимемся и мы вместе со старыми одесситами и показать, как это живут. Настоящий одесский дворик. Так, что у нас тут растет? Сливка. Здравствуйте. Мы вам не помешали? Не-не-не, скажу спасибо. Да. Одесская женщина не может ходить с пустыми руками. Вокруг столько базарчиков. А мужики только едят. Наши женщины навьючены, как лошади. О, местная. Абориген. Нет, это не смешно. Вот жили на третьем этаже. Я тогда была такая маленькая. Вот такая маленькая. А здесь родили Дюймовочка. Тёмкины. А Геннадий Федорович, герой гвардии, капитан, герой Советского Союза, который погиб. А родители жили здесь. И дедушка Федя. Ну, для меня дедушка, вот маленькая такая. И он мне всегда, Надька, иди сюда. И мне курочки, печеньки, сюда кинул. Это родители Потемкина? Да, вот здесь, на третьем этаже жили. Да. Ничего себе. Да, а вы что? Вот теперь будете знать. Здорово. Кто жил? Потемкина, родители Геннадия Федоровича, гвардии капитан, герой Советского Союза Геннадий Федорович Потемкин. Вот здесь его родители жили. Вот здесь, на третьем этаже. А я была такая... А, я понял. А к графу Потемкину имеет отношение? Графу? Да. Я думаю, что нет. Нет, граф я. Ну вы графиня. Наш дом, видите, 1886 года. Вы с той стороны запечатаете. Опа! И бабушка Надя катала на гитаре. Идем, я вам расскажу. Там расскажу. Но сейчас не катаем, потому что Рокфеллер, а Грис Палец. Ого. Да. Беру гитару, закрытый его назад. Играю. Семиструнки, высотки здесь. У нас решивал. Мой брат старше, ну, 14 лет. А он брат еще набрал его спрашивал. Ну, старше меня. Но решивал здесь он. Высотку. И мы учились на гитаре. И я катал на гитаре с закрытыми глазами. Три аккорда и по кругу. Маленькая, большая, бере, мостик, опа, и пошел. А у дельфина. Семь или шесть? На семиструнке Высоцкий катал. А, ну да. А гоп, стоп, Зоя, кому давала стоя? В чулочках ты тебе я подарю. А я тебя не курил, а я тебя не шворил. А я тебя зануду не любил. Опа! Вот так, молодежь. Что в таком возрасте еще так это бодро себя чувствовали и танцевали. Я понял. 64 года. Оп, оп. А можно еще и модными потанцевать. Ой, это сиара, это соска.
Можешь уже эту соску курить? А я говорю, я могу, только там. Вот, пожалуйста. Наш, вон, с той стороны хорошо видно наш номер дома. Но не номер дома, а год дома. Здесь у нас, видите, какой порядочек. Все, здесь что мы закрываем, даже у всех ключи. Комендантский час? Да, это... Комендант? Ну а что, воровали белье. Как и раньше было, надо закрывать. Вынесли батареи там у женщин. А так у нас все... Так это на свадьбе. Вот домик, видите? Ага. Сделаем вот теперь. А это наш дворовой, дети принесли такого маленького. Ему такой год вот. Сын двора? Ну, охранник, сын двора. Сын двора, но охранник смертельный. Угу. Ну, Женечка, она знает. А так на вид добродушный такой. Да, нет? Не, он добрый. Палец вот не кладите. Нет, а когда... Я уже вложила палец. Ну все, бабушка, мы пойдем. Я рад вас видеть в здравии. Будьте здоровы. Ну, стараемся. Мы зайдем к вам еще обязательно. Да, мы пьем только по праздникам. Ну да, так и надо. Так и надо. А, боже мой. Ну да, день взятия Бастилии опять прошел. Курим, да. Днем и ночью, но пить иногда. Редко, но метко. Ну, пойдемте. Все, давай. Вам удачи, счастья, здоровья. Спасибо, вам так же.